Я слышал, что кого-то зарезали. Я слышу убийцу. Будем идти туда. Хай, ребята! С вами Супер Герчик, и сегодня мы поиграем в Murder Mystery. Смысл игры в том, что здесь есть три роли. Один может быть мирным человеком, который просто должен спасаться. Второй может быть убийцей, который будет пытаться всех уничтожить. А третий — это шериф, который должен найти и вычислить убийцу, чтобы его потом обезвредить, проще говоря. Ну, а сейчас у нас тут ожидание. Немного подождем и начнем. Итак, мы невинны. Сейчас мы должны просто бежать туда-сюда и стараться не быть среди убийцы. Но, правда, мы не знаем, где убийца, а где обычный игрок. Так что это будет довольно-таки затруднительно. Поскольку здесь игроки, я, наверное, тоже буду с ними, пожалуй. Чтобы видеть все со всех сторон, надо отблизить камеру. Иначе он сможет подкрасться сзади. Незаметным образом. Так, я что-то слышал. И что-то это звук не очень хороший. Насколько я знаю. И за нами бежит какой-то игрок. А вот здесь, смотрите, шериф. У него пистолет в руках. Поэтому мы будем ходить рядом с ним. Правда, если он нас убьет, то ему будет плохо. Он же все-таки шериф, должен спасать людей. Так, вижу убийцу. И лучше свалить подальше, пока мы живы. Смотрите, здесь куча игроков уже проиграла. Я, пожалуй, здесь посижу. Где-нибудь в вентиляции. Похоже, шериф погиб. Что-то у меня предчувствие такое. Мне кажется, оно сзади идет. Или здесь. Я не помню, кто убийца. Так, все спокойно. Все нормально. Это с пистолетом. Я буду собирать вот эти снежинки, тут их много накопилось. Ого, тут сколько снежинок. Надеюсь, это не ловушка. Мешок заполнился и победа. Ну, не из-за того, что мешок заполнился, а из-за того, что у нас герой нас спас, как здесь написано. Хорошо, попробуем еще раз. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам нравится эта игра. О! Видимо, вы поставили лайк, и нам будет интересно играть. Если я, конечно, буду правильно играть. У нас есть всего 3 минуты. И там что-то кто-то стреляет постоянно, я не понимаю почему. Надо думать, как побеждать в этой партии. Похоже, они меня вычислили. Я не знаю как. Все. Я не помню, как кидать. А, все вспомнил. И сейчас нас, похоже, убьют. Либо мы их убьем. Ну, нас убили. Ну ладно, мы пытались. Опять один и тот же игрок, кстати, хочу подметить. А сейчас нам нужно просто держаться среди людей. Наверное. Я уже слышу, как там кого-то режут. И не уверен, что это хорошо. Так что нужно бежать. А, ну, видимо, там была перестрелка, и мы победили. На этот раз убийцей был тот игрок, который всех спасал. Смотрите, у нас есть 1000 монет.
Мы можем купить коробку, наверное, да? Ну, не сейчас. Мы снова невинны, либо гражданин, так сказать. Не юн, не падает хромакей. Так, продолжаем игру. Я немножко отвлекся. И моментальная победа. Скорее всего, убийца вышел из игры. Я предполагаю, что это было так. И вот мы можем купить коробочку. Посмотрим, что нам выпадет. И нам выпал прекрасный нож. Ого. Интересно. Так, одного убили. Второй. Второй тоже готов. Здесь много следов, я вижу. Очевидно, что преимущество, конечно, имеет больше тот, который с пистолетом. Ему легче попасть. Ну ладно. Мы невинны, так что бежим быстрее. Куда бежать? Куда бежать? Нужно спрятаться. Найти место, где можно спрятаться, вернее. На этой карте особо таких мест нет, так что лучше... Опа. Здесь какое-то место странное. И к нам идет кто-то. Игрок какой-то бежит. Надеюсь, он добрый. Но он как-то странно себя ведет, так что я от него буду держаться подальше. И да, кстати, сначала были вот такие вот игры. Они немножко похожие на Among Us. А потом еще и объединили вместе с мафией эту игру. И получился настоящий Among Us. Поэтому, наверное, всем так понравилась эта игра. Такс. Я понял. Бежим. Бежим скорее. Оно приближается к нам. Вот здесь будем стоять, потому что здесь можно убежать быстро. Бежим, бежим, бежим. Надеюсь, он не слышит, как я монетки подбираю. Нет, он как раз-таки слышит, как я подбираю монетки. Мы, похоже, последний, кто выжил. Мне так кажется. И сейчас нам надо быть очень осторожными. Нет, мы не последние. Там еще есть кто-то с ружьем. Пошли геройствовать. А, ну, мы не успели. Давайте еще раз попробуем сыграть убийцей и шерифом. Я думаю, этого достаточно будет для нашего ролика. Вот такой коротенький хочу пробно сделать. Если вам понравится, то я, конечно, еще сниму. Не уверен, правда, конечно, что меня будут смотреть прям так много людей. Будет, конечно, интересно. Так. Интересно, если я буду шерифом. Да. Кстати, да, там есть выбор карты. Я все время забываю проголосовать. Да что это такое? Почему нам не дают убийцу? Ладно, мы невинны. Просто будем ходить тут по трубе. Я слышал, что кого-то зарезали. Я слышу убийцу. Будем идти туда. Я не понял, кто убийца. Я промахнулся. Бежим. Бежим, бежим. Я не умею стрелять. И я не понимаю, как она там пролазит. Да что за у меня реакция долгая.
Бежим, бежим, просто бежим. Я не знаю, как я выжил. Что? Что? Я боюсь к ней подходить. Еще немножко. И она проиграла по времени. Я герой. Ну, на самом деле, я ее задержал. Все, мы... Да что это такое? Мы опять невинны. Так, можно запрыгнуть сюда. Это самое безопасное место, получается. Я думаю. Ага, конечно. Игра уже заканчивается, а до сих пор никого нет. А, ну вот как раз. Убийцу убили. Как бы это странно ни звучало. Убийцу убили. Гениально. Ну все, сейчас точно убийца. Да, я же говорил. Главное, чтобы другие игроки это не услышали. А то мне придется потрудиться, чтобы победить. Так, смотрим за поведением других игроков. Fatality. О, вот здесь хорошо. Вижу. Все, убиваем потихоньку их. Правда, не все хотят убиваться. Так, вижу. Самое главное убить ее. Догоняем. 30 секунд у нас. Быстрей. Так, осталось. Последний игрок. В нее тяжело попасть. Я очень стараюсь. Эх. Почти. Сколько всего игроков, интересно? Ого, тут довольно-таки много. Чтобы победить за убийцу, нужно сразу действовать. Ну, давайте попробуем последний раз сыграть. И на этом закончить игру. Давайте попробуем, да. Так, мы невинны. Ну, как видите, мы победили. Хотя я ничего для этого не сделал. И да, давайте на этом заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Оно довольно-таки коротенькое, я думаю. Возможно, скучное. Но меня попросил снять его подписчик, да. Я постараюсь сделать его интересным. Не знаю, как это будет. Ну, а всем спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну а с вами был Супер Герчик. И всем гудбай!